Здравствуйте. Вас тоже. Ро. Ты вырос там, молодец. Да. Ее так коллеги из Кургана, Ева. Да, наш директор школы из Кургана и активист наш. С праздником, подождите, сейчас веточки. Добрый день, с праздником. Да, для моей мамаши. Давайте. У мамашки мне еще один. Сегодня, завтра, во все ближайшие дни главной темой в жизни любого русского, точнее сказать, советского человека будет празднование Дня Победы. Дорогие друзья, мы начинаем наш большой праздничный концерт, и право его открытия предоставляется жителям северной египетской столицы. Итак, участники женского клуба «Александрия». А может, не было войны, и людям все это приснилось, опустошенная земля. Расстрелы и концлагеря, хаты и братские могилы. А может, не было войны, и у отца с рождения шрамы. Никто от пули не погиб и не вставал над миром гриб. Не боялась кем-то мама. Пусть будет сном и мой рассказ. Пусть будет сном и мой рассказ. А может, не было войны. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле держите стоны, горькие стоны, памяти павших, будьте достойны, вечно достойны. Не прочь, будет ночь, а день и ты, десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Это праздник, это вечер абсолют. Много флагов на параде. Люди ходят и поют. Ветераны с орденами вспоминают о нашей войне, о войне. Разговаривают с нами о победной той весне. Там в Берлине в 45-м после нацистской атак взвился соколом, соколом прилетом. Высоко советский флаг. С счастьем, с радостью, с большой улыбкой хочу объявить о том, что эстафетную палочку в нашем большом праздничном День Победном концерте принимают ученики Российского образовательного центра «Наши традиции». Арабская республика Египет, провинция Красное море, город Хургада. Только раз видала рукопашный, раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне.
свистят по степи, только ветер шумит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь, моя милая, знаю, не спи, и у детской кроватки тайком обо мне вспоминаю. Где Россия, где волжские плесы, на восток посуровевшим взглядом в раздумье смотрю. Там, подобно седым обелискам, белеют березы, там листва их набатом гудит на тревожном ветру. Сотни тысяч нашего сожженных Строятся шеренги кряду в ряд, интернациональные колонны. С нами говорят, слышите громкие знаки. Это не бросок, не ураган, это вихрь пьяных лим объят. Нет города такого, нет села, куда бы ни пришла победа в мае, великого 9 числа. Как быстро бы года не прилетели, от нас не удалялась она, и ей к лицу солдатские медали, к лицу и боевые ордена. Весь под ногами, шар зелен, живу, дышу, пою, но в памяти всегда погибшие в бою. Пусть всех имен не назову, нет кровни, родни. Не потому ли я живу, что умер же они? Юные погибшие герои, юными остались вы для нас. Мы напоминание живое, что отчизна не забыла вас. Жизнь или смерть, и нету середины. Благодарность вечная во всем. Маленькие, стойкие мужчины, девочки, достойные поэты. Thank you.
грамоты, которые вы сегодня получили. Что здесь написано? За активное участие в праздничном мероприятии. Ну, все официально. Праздник же ведь официальный, правда, Аля? Поэтому и грамоты настоящие. Это наши общие грамоты. Общие? Все заслужили? Да. Привет, мам. Мам, передаю мама, привет. Мама, привет тебе тоже. Ну, все молодцы. Сегодня Александрию вы просто покорили. Спасибо. Слушай, я все поможешь, я все говорю, что у нас очень волновались. Господа офицеры, мужчины, меня все хочет спросить, откуда вы нашли все эти настоящие гимнастерки, да? Дорогие жители Хургады, дорогие соотечественники, люди, которые волею судеб оказались в этом далеком от России городе. День Победы, день особенный, день святой для всех россиян, для всех выходцев из бывшего Советского Союза, независимо от национальности, от вероисповедания. Этот день отмечают все, у кого родственники, предки, дедушки, бабушки воевали на фронтах или трудились в далеком тылу на благо Победы. Мы в северной столице Египта тоже отмечаем этот день и шлем вам на берега Красного моря самые искренние свои поздравления с великим нашим праздником и самые добрые пожелания. Самое главное, мирного неба, спокойной и благополучной жизни и вам, вашим семьям.